всегда в Сочи жара. Сегодня прям вообще, может, пасмурно, поэтому гулять одно удовольствие. Покатаешься, покатаешься очень. Пойдем до фонтана дойдем. А ну давай фонтан, да, посмотрим. Ой, тут это детское такое все. А это с Олимпиады остались. Вон, видишь, эти зверюшки, да, стоят спиной? Что ты хочешь на нем кататься? На этом покатиться? Хочешь? А, уже дождь начинается. Дождь начинается. Вот мы даже в дождь можем попасть. Даже вот рискуем попасть под дождь. Дорогая земля здесь, да? Во-первых, тут есть торговый центр, кафешки. Там будет галерея. Вот эти галереи очень дорогие вещи. Юля говорит, ни разу в Сочи днем под дождь не попадала. Угораздило же, а, приехать в Сочи и попасть днем под фонтан. Ой, фу, под дождь. Вот это административная здесь. Это вот эта администрация, что ли? Да, ну где тут? Вот тут? А, вон она. Вон фонтан такой. Ну, фонтан так скудноватый, да, какой-то? Ну, он для детей, они бегают там. Вот как вот у нас на этой улице-то. Как это? На Ермолин. Люди уже прячутся от дождика. А у нас, если что, туда побежим, да? Ну, туда побежим. Ну, просто от дождя. Я уже это готовлюсь к зоне отступления. Куда будем отступать-то от дождя? О, все уже гремит нафиг. Все, Соня, давай, наверное, пойдемте уже сразу прятаться. Смотрите, уже сверкать начинает. Прям так сними. А я снимаю. Смотри, прям. Надвигается, прям надвигается. Тут очень страшные. Паровозик тыр-тыр-тыр. Загрянит, это ужас просто. Паровозик тыр-тыр-тыр. А мне вот 13. Все, мы прячемся. Тут уже все. Все люди бегут. Мы прячемся. Так, ну что, все места тут заняты, что ли? Такие неуютненькие только остались. Ну, мы можем вот сюда, рядом. Давай вот сюда, может, к окошку. Сядем сейчас к окошку и будем все это безобразие, все это наблюдать, значит. Сели около стекла. Я Юле говорю, нам страшно-то не будет около стекла-то сидеть. Все-таки это гремит, когда, я думаю, они дрожать, может быть, будут. Но сейчас будем смотреть. Меняем место дислокации. Юля предлагает продвинуться вперед и побежать в какой-то другой. Бежим! Ой, господи! Что, ливанул? Ливанул. Мы успели, забежали в другой. Какой-то кафе другое, Патиссон называется. Юля говорит, что здесь как бы получше сидеть. Кухня типа получше, все такое. Но мы прям вовремя. Вот, все, бьет. Насколько это он зарядит, тоже вот вопрос. Потому что неизвестно. Мы переждали, значит, дождь где-то с полчаса. Сидели в этом кафе. Вот администрация внутреннего, внутригородского района города Сочи. А сейчас идем. Все равно дождик еще накрапывает, но уже хотя бы уже не ливнем. И вот мы сейчас пойдем. Придется такси вызывать, ехать домой. Называется «Погуляли». Ну, всяко бывает. Но даже вот при такой погоде в Сочи все равно красиво. Ой, здорово. Вот, говорите, жарко в Сочи. Вон женщина в шубке ходит. Ей не жарко. Вот так в Сочи.